Тем временем в концертном зале «Евразия» для участников войны и тружеников тыла прошел большой праздничный концерт. Поздравить ветеранов на сцену бывшего ДК-строителя вышел мэр. Анатолий Локоть отметил, каждый третий истребитель и каждый пятый снаряд были выпущены в Новосибирске. Вклад тех, кто жил и работал в тылу, победу над Германией был столь же велик, сколько и фронтовые подвиги. На сцену торжественно внесли знамя победы, а для зрителей с песнями военных лет и танцами выступил государственный русский народный сибирский хор. В финале весь зал вместе с артистами спел песню «День Победы». Концерт был организован региональным отделением КПРФ. Объем промышленного производства в городе вырос в 5 раз за годы Великой Отечественной войны. И, конечно, мы должны низко поклониться поколению победителей, которое своим ратным трудом, трудом в тылу сделало все для того, чтобы приблизить эту великую победу.